Так, сегодня 16 сентября. Ролик прошлый присоединю следующим, как доказательство или что-то. Это Красносельский район, Санкт-Петербург. Да, ну и, соответственно, улица Пионерстроя. Вчера я писал про дно. Включаем холодную воду. Включаем горячую воду. Как вы думаете, должны ли жители оплачивать такую воду? Ну, следующий ролик запишу завтра. И несколько роликов предыдущих, да, буду выкладывать. Посмотрим, на сколько дней хватит. Записывайте и вы, посмотрим. Ну а дальше это к вопросу о том, что должны ли мы платить за такую воду. Ну и, конечно же, мы это никак не связываем с тем, кто у нас сидит в Государственной Думе, в ЗАГСе Санкт-Петербурга и так далее и тому подобное. Так что думайте, сможете ли вы отсидеться или все-таки придете 19 числа проголосовать и высказать свое мнение, нравится вам это или нет. сентября 2021 года. Санкт-Петербург, Красносельский район. Помните, я снимал видео там в кружечках, да? Вода попалась. Вот хотел я помыться. Вот это холодная вода. Вопрос, за что мы платим коммунальные услуги? И, может быть, все-таки хватит нам сие терпеть? Показываю не иначе, как то ли Бегловский. Это чтоб видели, что вода из крана. То ли путинский прорыв, не знаю уж чей. Так что 19 сентября можете подумать, есть ли связь между тем, что у нас в Государственной Думе Единая Россия в большинстве, и вот этой водой, или нет. Конечно же, я связи никакой не вижу. Я верю, что Путин разберется у нас, Беглов разберется у нас, и что связи, конечно, никакой нету. Как и с тем, что на несколько копеек на заправке у нас там цена на бензин упала. Да, ну, соответственно, видео до этого, которое снималось, тоже можете посмотреть. Итак, закрываем горячую воду. Открываем холодную. сентября 2021 года, ну, время примерно 10:30 вечера. Так что, сможете ли вы отсидеться или нет, решайте сами. А я пойду 19 сентября голосовать.